Под председательством исполняющего обязанности главы муниципального образования город Хасавюрт Кургули Кургулиева состоялось совещание аппарата администрации. В связи с победой школьных команд на республиканских соревнованиях по баскетболу были награждены кубками и грамотами тренера школ, подготовивших спортсменов к соревнованиям. По завершению церемонии награждения, приступая к рабочей части собрания, Кургулиев предоставил слово руководителям управления и ведомств муниципальных служб доложить о проделанной работе за прошедшую неделю. Главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Саидов проинформировал о ходе работ по ремонту дорог, отметив, что все мероприятия ведутся исходя из погодных условий. Подготовительные работы по улице Победы, по улице Гвардейской, Козьевали, они проводились до асфальта. Единственное, в четверг по улице Гвардейской две машины асфальта завезли, положили его на тротуар. Намерения были такие, чтобы продолжить, откроется погода и в выходные дни, и в субботу, и в воскресенье. Но запустить, значит, асфальтовый завод из-за такой погоды, значит, не представилось возможным. Далее начальник управления культуры Рамазан Чарихов доложил, что все подготовительные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, проходят по плану. Уже составлена концертная программа, где будут задействованы творческие коллективы городских центров культуры. Учитель нашей вокальной студии, там тоже будет выступление наших молодых артистов для открытия фестиваля спортивного. А так то, что будет... В парке мы совместно с молодежью, совместно с городским управлением образования, получено так, делаем, работа идет. Обсуждению также подлежали вопросы по актуализации налоговой базы. Кургули Кургулиев подчеркнул, что необходимо усилить работу по постановке на налоговый учет лиц, занимающих предпринимательской деятельностью. В завершении собрания присутствующими были обозначены наиболее актуальные вопросы в плане благоустройства города и намечены плановые мероприятия на следующий месяц. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».